Принести пасхальную радость в больницу. В Перми маленьких пациентов и их родителей поздравили со светлым Христовым воскресеньем. Около 1000 подарков от митрополита Мефодия были переданы накануне. Также епархия поздравила медицинских сестер с их профессиональным праздником. Подробности далее. От Свято-Троицкого собора, который в народе называют Слуцкой церковью, скоро отъедут машины. Автомобили повезут ценный груз. Пасхальные подарки для ребят, которые проходят лечение в краевой детской клинической больнице. Владыка подготовил небольшие подарки для пациентов, поэтому хотелось бы вручить ребятам. Руководитель отдела социального служения и церковной благотворительности епархии священник Дмитрий Таранченко и директор епархиального центра поддержки материнства и детства «Колыбель» Елена Леонова посетили клинику. Маленьким пациентам были подарены сладкие наборы, детские игрушки и конструкторы, развивающие игры и детская православная литература. Здравствуйте, Христос воскресе! Вот у нас замечательный праздник Светлого Христового Воскресения. Вот, и владыка, глава Пермской митрополии нашей, митрополит Мефодий, поздравляет дорогих деток с праздником. Также в эти дни в больнице чествовали медицинских сестер. В день их профессионального праздника состоялся концерт. Медицинская сестра, издавна сформировавшийся термин, когда пациенты, когда больные, когда пострадавшие обращались к вам, вот, к вашим коллегам, к вашим предшественникам за помощью, чтобы избавить от боли, страданий, и обращались действительно сестра. Нет же выражения там медицинская тетя, там медицинская племянница, допустим, да, вот, хотя почему бы нет, да, именно как сестра, потому что всегда издавна на Руси именно родители, именно братья и сестры, это были самые близкие, на которых всегда можно было положиться. Медицинский персонал также помогал раздавать подарки в те отделения больницы, куда вход разрешен не каждому. Добрый путь, который вы выбрали в своей жизни, это путь милосердия. Я вспоминаю слова замечательного святого Паисия Святогорского, который говорил: «Милосердие, когда чужая боль становится своей». И вот действительно, если мы будем к своей работе относиться не по какому-то шаблону, а именно с душой, с любовью, и в этом ведь очень много зависит наш какой-то медицинский успех и выздоровление наших пациентов. Главный врач медучреждения выразил огромную благодарность главе Пермской митрополии за заботу и благотворительную помощь.